Игромания представляет. На сей раз жертвой зомби-вируса пал вымышленный восточный город Харран. Синдромы стандартные. Бледная кожа, гнилые зубы и непреодолимое желание есть людей. Разумеется, город быстро оцепили, объявили карантин и уже грозятся уронить на него ядерную бомбу. На людей правительству плевать. Населению заявляют, что выживших в Харране вообще нет. Все по канону. Первые же минуты пребывания в городе главный герой Кайл Крейн в полной мере познает знаменитое восточное гостеприимство. Сначала его пытаются убить мародеры, затем кусают зомби. Спасают Крейна местные трейсеры. Они дают герою кровь, пищу, лекарства от зомбирования. Убеждаются, что Кайл тоже обучен паркуру, и отправляют делать дела. Потом будет все по расписанию. Поиски вакцины, дружба, предательство, смерти и прочая зомби-драматургия. Дальше голливудских штампов история зайти не стремится, однако держит в должном напряжении и не слишком отвлекает от действия. Паркур становится главным инструментом выживания. На крышах относительно безопасно. Мертвяки там гуляют редко, и их проще скинуть вниз смачным пинком. К тому же прыгать и карабкаться в Dying Light интересно само по себе. По ощущениям, это довольно близко к тому, что было в Mirror's Edge, а управляется даже проще. В настоящий симулятор выживания игра превращается с наступлением темноты. На улице выходят особо опасные зомби. Да и обычных мертвецов меньше не становится. Приходится таиться в подворотнях, не шуметь, аккуратно пробираться к безопасным зонам и там отсыпаться до утра, либо бежать во весь опор. На фоне сравнительно спокойных дневных похождений ночные эпизоды здорово стимулируют. Но только поначалу, когда вы еще не изучили повадки подслеповатых мертвецов и не успели прокачать своего Крейна. Опыт здесь играет куда большую роль, нежели в Dead Island. Есть три ветки умений. И развиваются они независимо друг от друга. Бегаем-прыгаем, получаем очки ловкости. Машем гаечным ключом, растет сила. Выполняем задания, становимся мастерами выживания. Скучных сражений в игре почти не бывает. Простых, впрочем, тоже. Бывают неприятные. Иногда, например, приходится драться с людьми, и это жутко раздражает. Они выдерживают десятки ударов мачете по лицу и не падают даже после самых мощных пинков. Разумеется, есть и кооператив. В компании друзей запросто можно пролететь хоть всю игру. Так и задания кажутся интереснее, и умираешь не так часто. Существование нескольких одинаковых крейнов в одной вселенной игра не обосновывает, но и черт с ним. Причем прийти могут не только друзья. Другие игроки способны вторгаться к вам в виде особо опасных мертвяков. Как только злодей оказывается в вашей игре, незаметно запускается отдельный режим, где вам нужно уничтожать гнезда, а противнику охотиться на вас. Первый раз интересно, а вот дальше не очень. Это, кстати, касается и самой игры. Пробежать сюжет, выполнить десяток второстепенных заданий и вдоволь покрошить мертвяков в компании друзей может быть очень весело. Но возвращаться, чтобы исследовать Харран и добить все второстепенные задания, захочется немногим. Хотя тот единственный забег легко растягивается часов на 20, а ведь Dead Island надоедала на порядок быстрее.